Всем привет, меня зовут Алексей Халецкий, а это значит, что вы на канале Лёша Играет смотрите продолжение партии за Португалию в Sid Meier's Civilization 6 в ФФАшечке на десятерых. Если вы случайно наткнулись на это видео, то лучше перейдите к первой серии, ссылка есть в описании и в прикрепленном комментарии. Всегда лучше смотреть с самого начала. Ну а спонсоры канала всей серии видят сразу во вкладке сообщества, большое спасибо им за поддержку. Всем вам приятного продолжения просмотра и слава Украине! Слушайте, а вот у меня варварский клан захватил поселенца. Если он превратится в ГГшку, поселенец будет ГГшечный, да? Да. Да, да. Это однозначно. Блин, нет, ну, я должен мне... признать, у Кореи места реально так себе были. Спроси потом у Китая, как он города поставил. Нет, ну, брат, я, тут, я просто вижу, какие у тебя места. Пятая клетка от моего, от моей столицы. В чем проблема? Ну, Чунхон ко мне отвалится, но надо ли мне его проблема присоединять? В том, что под столицу поставил. Я хз, где твоя столица была? Пятая клетка от моей столицы. Спрашивать надо было. Зачем? Чего вы уже там бодаетесь, ребят? Уже как бы все понятно. Уже все закончилось. Уже нечего страдать. Так, тут где-то нам надо будет дамбу делать. Федя, я тебя спросил, когда твой разведчик пришел, где ты? Ты сказал, ну, примерно 10 клеток от тебя. Блин, араб, ты что? Я же не построен. Дай, наверное, сюда. Правильно, ты поставил в 5 клетках город и заблокировал все. Еще раз, ты даже не сказал, с какого направления ты пришел, сказал 10 клеток? У тебя нет экстенс. У тебя столица на побережье, это логично, что я пришел только с другой стороны, с другого берега, все. С какой еще стороны мог прийти? Я тут уже все купил. Давайте еще одного строителя, что ли, сделаю. Так, все, пускай автоматом бегает. Да, все так оставляю. Кстати, давайте здесь еще нау. Я хотел священное место, я в курсе, но хочу сначала нау, просто у меня карточка стоит, а потом вот священное место. Возит в странные места. Блин, хотя тут плюс один вон есть. Ладно, я подумаю пока еще где поставить. Порту и Лиссабон по 15 жителей, нормально. Ну и культура. Ну, в принципе, я догнал по развитию. Сейчас у меня еще куча денег идет. Мне еще не хватает мехов, на самом деле. Я могу еще монополию на меха сделать. Но для этого мне нужен... Я сразу видел, чтобы у человека еще города оставались. Но оно... Кстати, надо бы тут купить рабочего. Это анархия. Мама, анархия! Этим ходом отваливается я. Все. Всем спасибо. А по стакан портвейна. Да. Спасибо за игру. Спасибо за игру. Да, но это не везука с местом тупо. Не, ну там реально, да. Китайца заберите, главное, и все нормально. Главное, отомстите Китаю за мое падение. О, убили лагерь. Слава Господу. Иисусу нашему, Иисусу Христу. Ну или там Аллаху.
Китай, ты же там и планировал город поставить? Меркантилизм два хода. Слушайте, может мне купить? Ну, нет. Тебе сейчас придет в гости. Перейдет по наследству. Нет, тут тоже ничего не меняем пока. Ну, не совсем там, да? Да, мне надо в массовое производство. Потом в индустриализацию. Стондола. Больше на приготовку как... я там, в тот город, который он не снес, я там два чуда поставил с театралом. Ну, блядь, он его снес просто. Ну, он дрался как лев. Но факир был пьяный, фокус не удался. Да хэс, я на него нападать не забирался, он просто мне снес город и все, и пал. Ладно, поставлю тут ферму, тогда тут, походу, буду священное место. Пейпал. Главное, леса потом тут не вырубить. Зачем? Лишний трата производства, господи. Что начинаешь? Действительно. Ни в одном городе нет. Не нужны эти довольствия и культуры. Господи, без него прекрасно жили. Нечего начинать. Вообще, да, культура бесполезна. Переоценена. Давай, не бесполезна, переоценена. У меня надо какие-то желтенькие поотправлять, но пока у меня нету первый посол, поэтому... Терпим. Что-то мне в Нидерос вообще какие-то офигительные караваны. Так, мне надо эту клетку смехом выкупить и в Браганзе купить рабочего. Так, что ГГшки хотят? Канди пикинеров, торговый путь, просвещение, обращение в... Так, два просвещения, это три великих человека, что ли, просвещение у нас, да. А я не я, по-моему, только пророка получил. Даже флотоводец как-то слабенько набивается. Лахор. Здравствуйте. У тебя такой сумасброд там в озере плавает, что нет. Стою, жду, когда смогу лесопилки строить. У тебя вообще сколько юнитов? У меня? Да. Идут и идут, там еще много. Не верю. Ну, на самом деле, очень много мобилизировал. Ну, я напал на тебя, потому что ты увидел 800 сил, когда у меня было 200. Я понимал, что плюс 10 сил на твоей территории, хоть... Блин, что так в Нидерос круто? Не потянули. Не, ну да, понятно. Ну, себе надо было понять. В любом случае забирал фес, а дальше тебе либо нападать на меня, либо на британца, у которого союз, либо на чеку такая, за которым, который за горами. Ну, если честно, я... Не люблю ни на кого нападать, я так хотел посидеть, чил поиграть и все. Ну, как бы, да, типа, превосходно. Чилтимерс? Да. Типа того. Получилось, как получилось, да, в конце концов? Континент считает, то есть, в твоем распоряжении. Лёш, как тебе мои клеточки у Маринальк? Ща посмотрю поближе.
Или в бежу лучше, давайте в бежу. Держу в курсе, маскат все. Да ну, у него... Только сейчас? Закончился маскат. Был маскат или нет маскат? Там Болония должна упасть. Не, давайте еще на аут тут. Упасть. Так, где ты говоришь, Малиналька смотреть? Красиво. А что, он где-то Окленд? Нет, подожди, откуда у тебя нет. Производство? Нет, это... Это верфь. Верфь и... А, он уже верфь построил. А ты что, проатаковал лучником с озера моего арбалетчика на берегу? Да. Ты чего? Ты что из-за извращения? Фигня. Так, меркантилизм. Я бы Тори Дебилен, конечно, попробовал построить. Так, здесь у нас караваны 60 плюс 5. Я бы пока оставил. Может, и плюс 100% тоже пока убрал. Что-то я уже нау нормально настроил. Так, а на рифе факторию нельзя поставить, да? Нет, нельзя. Это что за бравый? А, этот. Конь? Мамлюк. А, мамлюк. Я думал, ты про моего коня. Не, с твоим конем все ок. Так. Блин. Я не знаю. Слушайте, а вот этот город, который ко мне по лояльности присоединится, я могу его удалить, или я только отказаться могу? Только отказаться. Ну тогда китаец сам с ним там разбирайся. Нам этого не надо, да? Нет. Ну он такой, такой говняный. Нет, Алексей, там еще внизу построить можно. А кто тебе тут все разграбил? Где? На берегу. Ну. Че, Escape Settler? У него просто дерзкий броненосец, который шел и не видел преград перед собой. И грабил все, что мог увидеть. Слушайте, может тут Петру поставить? 12 ходов. Чё нет? Вот здесь, а потом тут театралку, например. Тупо не успеваю уходить, блин. Столько юнитов. Так, что тут оружейное дает? Каменолом не производит. Я до сих пор даже какие-то каменоломню не сделал. Так, еще вопрос. А вулкан... уничтожает морские обработанные клетки? Да. Да. Вулканы не такие коварные. Да, да. Да.
Так, вот тут надо верфь точно купить. Блин, что-то... Дед, а где мне тебе еще фактории ставить? Что-то вообще нету клеток. Ты вот эту можешь выкупить в Осло? Алексей. Дед, ты тут? Да, да. Там ну. Следующим ходом канал достроится. Заплывешь. А я не смогу, там же у тебя нету никаких ресов, чтобы я рядом ставил. Там дальше есть. Ну, за канал заплывешь, там будет. Ну, я понял. Там вообще такая сеть каналов, за каналом канал. Жаль, в Скейн уже не сделать этот панамский, или еще можно. Где? В нижнем городе. Можно? Скейн. Можно. Кведу пинши. А, ресурс. Да, блин, я не успеваю уже ходить. А уж как я не успеваю ходить, у меня столько юнитов, просто трындец. А когда там пойдет арабская ночь? Ну она уже пала, как бы. Столица уже пала. Но она еще пока в игре. Мы еще видим ее картиночку. У нас пока только минус один игрок, да? Да. Кореец спал в бою. Надо клетки покупать. А можно как-нибудь посмотреть, сколько у меня текущий бонус мой от бонусных ресурсов? Ну, наведи юнитом, типа, атакуешь кого-то. Так, или кто-то делал. У меня только китайцы, но китайцы не показывают нашим союзникам. Пока. Блин, ну мне жалко тут Тори де Белен строить. С другой стороны, блин, жалко не жалко, а это куча бонусов сразу. Ладно, придется строить. Блин, а я думаю, куда мои деньги пропали? Ты же маскат забрал. Кто спер все бабло? А нет, слушай, ставится тут. Чтоб построить. Брат, зачем тебе маскат? Карванься в меня, я твоя ГГшка. Так. Я вся твоя ГГшка, да? Довольство плюс деньги от каждого этого рынка и прочего. Отстань, короче. Ну, прикольно. Ты же правильно понял? Дед, если доведешь религию в Лавен, то я там тоже куплю миссионера. Хорошо. Так, сколько верфь стоит? Покупаем.
Так, слушай, что-то я в темный век явно в этот раз свалюсь. Да блин. Почему арбалетом-то вышел? Ничего себе, я успел походить. Ура, ура, ура! А я нет. Не поспоришь. Есть Кардифф. О, у нас Кардифф есть на карте. Да, Кардифф хороший город, согласен. Так, дед, а ты Венецию планируешь забирать? Нет. Хорошо. А ты хочешь перекупить? Нет, просто послов кинуть. Раб, я бы не хотел, чтобы ты плыл в ту сторону. Так, как бы мне Дартоломео и Кавы встретить? Вы вообще где? Вообще кто? Ну вот рядом с Кардиффом, в принципе, того же. Ну я с другой стороны от Кардиффа плаваю. Вы там где-то можете быть? Блин, ты где же это? Привет. Где национализм? О, а вот и встретились. А, вот и нашел. Ужас какой-то. Восхитительные древо технологии вам нравятся? Восток? Так, янтарь у меня есть. Китай предложение. Венгр предложение. Раб, ты меня слышал? Так, где я тут хочу кампус делать? Вообще пофигу, да? Тогда, видимо, здесь уберем овец. Ты где ее пиндюрил? Дед. Ой, где этот кот? Так, предложение. Чем? Где-то запретку поставил, что-то не вижу. В Литсе. Блин, торговца надо купить было. А, он там внутри где-то, да, я вижу. Да, он внутри. Спрятался. В коллективе. Да, ну, перс и китаец тут не игроки. Инк, судя по всему, тоже так себе. Мне осталось араба найти. А чё я решил, что я в темную? Еще как минимум 11. Тебе приходится какие-то умные на плюс 1 ставить. У меня все такие. Я даже не сомневался. Англия, мы продолжим? Да. У меня тоже на плюс 1. У меня вообще горы... Ну, то есть, горы стоят по одной, типа. Две горы по одной. У меня тут есть одно местечко, где вроде как горы есть, но тоже вообще как-то не прикольно все. У меня ноль гор, даже приблизительно, что. Все, я всех встретил, блин. Все-таки построил Петру, видимо, китаец. Жаль. Ну, конечно, поздно, я поздно начал, что тут...
Так, тут давайте строителя, наверное, один ход и порта куплю торговца. И еще одного. Я думаю, куда довольство делать? Ты мне дал предложение. О, Вильнюс появился. О, кстати, Вильнюс неплох. А, подождите, он соседство для... Все соседство для театралок такое. У меня театралок вообще нету. Все по плюс один. Вон там плюс два есть, хотя бы. Ладно. Кампус на плюс два. Ну, вообще можно. Вообще можно вот сюда на плюс два. Я понимаю, что оно заливать будет, но потом мы здесь какой-нибудь район еще, например, промышленный поставим. Почему нет? Блин, опять там вулкан бедокурит. Да, нет. Чё-то не успеваю я нифига. Я бы хотел попросить увеличить таймер. Я тут миллион нал. И все вообще. Ничего я не успеваю. Уже вся религия, весь континент в моей религии, еще Браганза нет. Может купить посела и поставить город? Переходовки долго идут. Вам так не кажется? Есть немножечко. А сколько? 3 минуты таймер? Ну он сейчас 3 минуты. Давай 3,5 хотя бы. Окей. Блин, почему я сортирую караваны по производству, но у меня сверху не самые производственные караваны? Потому что правильно считает просто. Ты там поставил город на этом, на острове? Не надо там город ставить. А, наверх тут построю. А, скажите, пожалуйста, кто-нибудь Петру поставил в прошлый ход? Да, кто-то построил Петру. Потому что она у меня на карте до сих пор строится, она не дает достроить. Тёс, 5-й ход. Кто-то построил Петру. Самое время. Это китаец. Ладно, давайте на автомат, наверное, поставлю. Пока не знаю. Я как раз-таки китаец строю, но у меня она на карте типа строится, но не дает достроить. У меня написано, что ты Грега построил Петру. Просинхрон. Понял, спасибо. Наверное, рассинхрон, нет? Нет, видимо, я туплю. Панамский канал Дед Бородет построил. Плохо. Китаец, а ты отремонтируешь факторию в Пекине? Да.
Плюс 3, конечно, круто, но тут само производство хорошее, поэтому я лучше сюда выкуплю, прям даже вот так поставлю. Жестоко. Мне просто мне кажется, что у меня уже бонус плюс 10. Обрабатываемые на моей территории. И что-то это как-то жестковато, мне кажется. Четыре хода, Тори де Белен, зашибись. Ну, кстати, реально, давайте сюда кампус. Нормально. Да, вообще тут еле успеваю всеми ходить, хотя меня сейчас уже увеличили. Таймер надо вот это все обработать сейчас для бежи. И в гварде надо выкупать клетки. Потому что это все увеличивает науку от моих школ навигации. Нет, все-таки я в темный век должен выйти. Еще ГГшка. Броненосец. Вау, я у варварского клана могу броненосец купить. Да. Ты даже можешь минажеры купить. Впрочем, мне как-то... Так, интересно. Ну, у меня угля нету. Все равно продают, кстати. Он будет просто с пониженной силой, потому что нет угля. Судьба. Кого там убили? Плю водяную мельницу здесь и амбар. Слушайте, да и поселенца тут надо покупать и ставить город там. Я не знаю, что я тут ждал. Хоть нифига себе, там караванов просто венгерских. Орда. То где? Всего лишь 13 штук. Что много? Ты думаешь, это много? Так должно было прозвучать. Брат, я наверстаю. У меня будет столько же. Давай. А то что-то как-то 4 всего. Получается, я тебе больше даю. Намного. А где твои все караваны? Там пара внутриков ходит из новых городов. Ты тоже через Магнуса играл? Да, конечно. Очень редко вижу, чтобы кто-то через Магнуса играл. Это ПВГшная привычка. Да, тут он послабее немного. Там вроде как одна промка дается дополнительная вроде. Две. Даже две. Ну, да, для начала это очень много.
Кстати, можно сюда Джабель Баркала, потом сюда театралку, да? Или сюда, например. Театралку я имею в виду. Да, давайте. Там отстак сидит просто один. Одинёшенек, и никто ко мне не придет. Конечно, не придет. К тебе приплывут. Не надо плыть. Не надо. Зачем вот это все? Это лишнее. Ну, брат, ну ты же симишь. Так, 1000. Ну, что-то не так уж и много. Наверное, можно было и получше как-то. Все равно. Один, он не один. Сейчас просто посмотрим, сколько у того же отстека добавят. У него 138, да? Короче, я подрубил на рорку, и мне не хватило 5 промки. Чтобы она... 70 от монополизации идет. Неудобно. Очень. Слушайте, а я корпорацию могу только на чае сделать. Нет, еще на этих, на пряностях. Ну, по 3 штуки у меня. О, торговца надо выкупить, я думаю. Не для корпорации, а чисто для счастья. Так, уголь у нас имеется. Просто сразу обработаем. Давайте поищем. Один у нас рез. Не наш. Не наш. Не наш. Там это угольное стоит. Да, у нас один уголь. А, вот еще у Вильнуса. Что же там такое интересное на этом острове? С Кардифом. Ну, угадай, если хорошо там уже. И добьет ли ацтека раба ради этого? Добьет. Печально. Нет повести печальнее, чем повесть о недобитой медине. Мне все равно надо их выкупать, эти клетки, потому что будет моя этот уникальное здание давать науку. Вильнускань. Так, Занзибар. Мне надо первый посол сделать и Занзибар в Венецию отправить. Дед, а Занзибар ты будешь забирать? У вас еще Занзибар есть? Да, пока не планировал. Ну, не это... у вас, а у нас. Это он из этой, из варварского клана. У меня нету Занзибара. Вырос. Ну, тебе не нужно. Почему? Зачем? Чтобы было. Тебе что, жалко? Мне, да. Жадина.
Так, где мы фабрику строим? Я так понимаю, в Лиссабоне. Причем не строим, а покупаем. Так, здесь, кстати, тоже можно фабрику. Раз, два, три, четыре, пять. Да, не дотягивается. Так, здесь первый посол ставим. О, монумент! Так, наверное, давайте уже строителей сбросим. Нафиг надо. Может, торговую конфедерацию лучше. Угу. Бар. Так, дальше что-то надо на... Да, интересно, конечно, на послов. Леша тоже персональный континент. Да. Так, пойдем-ка я тут пройду сейчас мимо вулкана. Тут я вообще постою, мне деньги нужны для немножко для другого. Здесь точно надо купить здесь библиотеку. Мы старались, господин. Откуда у араба столько науки с одним городом? Я вот тоже не понимаю. Ну, наверное, Пингала там большой город. Да, там Пингала-то развернется, уважители. У него еще религии везет. Ну, наверное, будет единственный. Слушай, может, я пойду убью тот город? Я сейчас сам убью. Да-да, добейте его, я туда не доплыву. Нету. Его добейте, пожалуйста! О, спасибо за Джибельбарком. В каком смысле спасибо? Ну, я его зачем-то заложил. А-а-а. Понял, что зря. Что-то было лишнее, да. А он заложился. Вот где у нас химия. Но я бы паровой двигатель... Хотя, блин, угля мало. Для парового двигателя. Еще в химию, наверное, надо идти просто. Какая же долгая переходовка-то, прости господи, имя. Где у нас химия? Это я удачно заглянул. О,
Вот, Тори Дебилен сейчас еще должен увеличить выхлоп. Не вставангер. Слышь, что-то не такие сладкие караваны ходят. По 37. А, это первый разведчик. Смотри, что у нас. Плюс 9 за редкие ресурсы. Так, тут зарядов больше нет. Какая на автомате бегает? И тут зарядов нет. Зета, ты что-то шипишь в микрофон. Извините. Так, теперь мне нужен, точно нужен торговец. Блин, ладно, сделаю тут три фермы, но мне что-то казалось, что тут холм просто, поэтому я вырубил лес. Это ошибка, ошибка была. Компьютеры? Да. Они... Ох, за двигателем внутреннего сгорания еще три техи. По той же линии. Чего? Так близко? Три техи после двигателя внутреннего сгорания. О, вот ну, это надо. По той же линии, ты понял. О, слушайте, да. Я не ожидал, что я вторую. Я что-то думал, у меня лисица только то там, она тут оказалась. Вау. А что, уже началось? Ну, у меня 10 углек стоит. Давайте не будем так идти. Так, ну я бы на самом деле следовательские гранты сейчас читал. Так, в Беже надо сейчас купить навигационную школу и три хода до промышленной зоны. Да, слушайте, мне да, бьет, два почти. Капера надо открыть. Не открыть, построить. Да ему, наверное, весело. Не знаю. Да там красный город уже. Так и так уйдет. Единственное, ко мне вообще караваны пускают? Да, норвежец дофига, да, нормально. Так, начали прокачивать шпионов. Диверсия на производстве, да, наверное, диверсия на производстве. Откажусь от города. Гонконг довести. Вильнюс, Рапануига. Наланда у нас. О. Всем спасибо. Спасибо за игру. Пока. Правда, пока вроде она не должна работать или работает?
Не работает. Почти 300 уже. Так, значит, Китай и Инк у нас не конкуренты. Может, Китай забрать тогда? Так, два хода. Что-то два хода можно тут поделать. Вот строителя давайте. О! Очки бесплатные. Я тебя встретил. Так, а это кто? Я встретил. Да-да, вижу. Это Венгард, да? Да. О, слушайте, я ж религию вообще не укрепляю, ни хрена себе. Вообще забыл об этом. Сижу без укрепленной религии, это вообще охренеть. А раба я не успел просто встретить, да? Все остальные уже. Да. Получается так. Так. Художественный музей, две полевых пушки. Пушки я не открыл, да? Наверное, надо отменить пока, чтобы, да, опять же, да, я не был, там будут караваны португальцев. Кругосветка. Любой точке где-то. Ну, вообще странно, я отправляю только к персу, норвежцу, ацтеку и китайцу, и они тут как бы все у меня. Я так понимаю, к ацтеку. А, ну и к норвежцу ты оплываешь мой континент, и так выглядит, как будто конфликт. А, да, там почему-то в Сарисборг было выгоднее посылать. Не знаю, почему так игра посчитала. Так, Тори де Белен, если кто не в курсе, почему я его морские строил. Караваны. А, ну у тебя все морские, да, точно. Че? Да, я не могу не морские. Международные торговые пути из этого города получают плюс 2 золота за каждый редкий ресурс в пункте назначения. Тоже не можешь, да? При строительстве Турбелин города за пределами. Но вот это не работает. Второе, потому что у меня нету. Так. Ага, вот где электричество. Ну. После химии электричество и потом, видимо, переработка. Как-то так. Ну, просто постреляю, от нифиг делать. Так, а тут я, по-моему, где-то находил руинку. Нет, показалось. Подожди, а там у меня есть вообще заряды-то? Да, есть. Боже, какой тупорылый подфайнинг в цели. У меня рабочий вылез на берег вместо того, чтобы оплыть. А что, ты город над фесом не будешь ставить? Да у меня как-то уже много городов.
Не, не я не побрезгую. Ну да, я уже там. Ты вон город над Болоньей видишь? Не побрезгал. Нормально, нормально. Жить, хочу жить где-то. Так. Да и под Волином тоже. Это хороший город, что-то. Пагода, соборы, мечети. Может, я что-то не вижу. Блин, все уже укрепились, кроме меня, зашибись. Два люкса, гавань 4. Ладно, давайте, наверное, дом собраний. Меня больше смутили 4 клетки на суше. Ой, кому нужна эта ваша суша? Где тут еще апостол? Если сейчас еще где-то Окленд заспавнится, вообще будет бомба. Да нет, послов на него. Я думаю, что ты придумаешь. А еще у меня нету. Ладно, снижена стоимость. Но вообще, тупо я с религией поступил. 54 угля. А у меня один, хоть и на английский, но его уже не хватает. Ну, в общем, я тут гавань бы строить, но решил, вот эта хрень мне мешает. Поэтому буду кампус. Один под театралкой в Будде, один в Сане, один в Сигете. И все. Три. Я вообще по театралке, правильно. Угольное тут надо, чтобы электричество вокруг городам так, принести. Золотой век. Ну что, опять не дают уникальный бонус научные? Да это какое-то свинство, там одна научная на карте. Ну а тут что про культуру? Хотя предлагаю тут, типа, в темную голосовать, потому что, ну... Не знаю, тут не на кого кидать. Я бы кидать сюда, с кем там сидели. Дать что? Чтобы он культурный захват делал? Да. Ну давай. А нафига ты... А, ты купил броненосец, да, у этого? Да. У призрачной рыбы. А оно видно же? Ну, мне сообщилось, Норвегия нанимает военные юниты у варварского клана Призрачной Рыбы. Блин, видимо, тот, кто видит лагерь. Вообще, я бы, конечно, из этого клана вырастил ГГшку какую-нибудь. Я тоже вырастил, там место есть. Ну, в смысле, города ставить не буду. Даешь. А что, что? Там еще не видим, просто один ты в курсе пока. А, ну окей. Что вы о чем? Плюс сотка там к научным. А, наоборот, да? Плюс сотка. А, я не туда. Дед, господи. Я не туда закинул, да. Извиняюсь. Это нормально, не туда закинул, братан. Так и китаец вообще-то. Не, так еще и китаец почему-то три этих за промышленное город-государство кинул. Ну такое. Мы старались, как могли. Спасибо, ребят. Вы сделали все, что могли, да? Да. Китаец, предложение. Еще одно. Какой-нибудь лишние ресы на торговлю есть? Может, у меня есть? У меня мед есть, соль есть. Возможно, о, просить. О, Вильнюса этот, как его? Ну, если только так. Поселенец. Так, янтарь. Блин, с кем-то янтарем два. Монополия. Слоновая кость с ацтеком и сахар у него еще. Киты, ацтек у тебя тоже монополия?
Это я не смотрел. У меня 4 монополии. Одна, наверное, шелк, другая... Ладно, короче, так, я тебе кинул. Красители, о. Соль. Перс предложение. Не, на китов у него далеко не на монополия. Ну, наверняка. Киты морской да, ресурс. Да, нам морской ресурс иметь монополию, это я не знаю, что надо делать. Играть против ботов на самой легкой сложности. Не, у нас один раз Маори расселился так, что у него было 24, 24 кита, у него было монополия. А, давайте из Браганза отправлю. Караванчик. 24 кита. 24 кита. Карл! На карте 24 кита? Нет, у одного игрока 24 кита было. Да, у меня вино монополия, сахар монополия, слоны монополия, что-то еще монополия. Он тупо видел кита и плыл туда селиться. Вижу кита, не вижу препятствий, да? Да. Это была аха? Или мы одновременно? Да, одновременно сказали. Блин, надо тут священное место в Каймбре, кстати. Бахнуть. Ай-яй-яй, таяние началось. Так, слушайте, а вы нашли, где эти плотины? Компьютера? Да. Я уже говорил, двигатель внутреннего сгорания, и за ним три техи по той же линии. Угу. У меня такой один вопрос, как ты узнал? Тут и тут, получается. У меня упал... А еще на канале появилась функция под названием «Супер спасибо». Я так понимаю, что это... одномоментный комментарий, который будет прям виден, выделяться под видео, но я, честно говоря, не смог сам опробовать, я без понятия, как эта фигня работает, но если вы прям за какое-то видео хотите меня прям отблагодарить, например, вот за эту серию одномоментно, а не становиться спонсором, то вот такая штука теперь существует, и оно по-разному здесь выделяется. Ну, заранее спасибо. На этом пока все. Спонсоры канала «Продолжение» могут посмотреть прямо сейчас во вкладке «Сообщество». Для всех остальных оно появится завтра. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока!